Слушай, Гена, а давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Не виноватая я, он сам ко мне пришел. Знаете эту девушку? Это нет. Нет? Нет. Посмотрите хорошенько. Нет. А вот ее знаете? Нет. Эти люди. Простите, пожалуйста, можно у вас минуту? Куда ты, полковник? А вот ее? Нет. А вот ее? Нет. Не знаю. Мне кажется, она снималась в порно, нет? А Сель Сагатова снималась в порно? Не знаю. Там модель, да? Почти. Вчера видел. Да вы что, где? Там, в АДК. Она к нам приходила кушать. Ну, Бибигуль? Я так полагаю, да? Ну, наверное, тоже Бибигуль. Предположительно, наверное, Бибигуль. Дорогая, ну, может быть, ты кого-нибудь знаешь, а? А вот, может быть, ее? Нет. Ну, это одна и та же, по-моему, нет? Это вообще безобразие какое-то. Между прочим, эти девушки – восходящие звезды казахстанского кинематографа. И сегодня они собираются в одном месте и в одно время. Пойдемте к ним. Вытягиваешь три бумажки и играешь то, что на ней написано. Ну я не умею так говорить. Не пей из колодца, братиш. Поздравляю вас, Лейстрейд. Вы раскрыли опаснейшее преступление. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Моргал, выгорел. Моргал. Идея пришла очень просто. Я поняла, что нету еще общей фотографии среди актрис, где девчонки, молодые актрисы, которые... Пока они в расцвете лет. Пока они, да, в самом расцвете, в самом соку, так сказать. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. И в сортире тогда их замочим, в конце концов. В рот не логи, это же Дэвид Блейн! Дэвид, не трогай нас! Я требую продолжения банкета! Как из рекламы? Тебе скучно? Да-да-да. Одиноко? 8-9-0-9-0-9-0. Не учите меня жить, лучше помогите морально. Материально. Ты продал ревербилирующий карбонайзер со флопоиду без лицензии? Не так хорошо, наверное, фотографировал сегодня, потому что отвлекался на вашу красоту. Я так понимаю, через меня с вами говорит Бог. Иначе как бы я исполнял свои обязанности? Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Ты видела, в чем она пришла? Да, это вообще ты отстой, ужас какой. Там, вообще, как так можно было прийти? Вот это ты видела? Вообще, ну... Хочу с вульгарностью. С волосами что-нибудь сделала. Пипец, еще актриса называется. Вечерком заглянешь ко мне? А, не, он не такой же. Что я говорю? Если ты можешь есть только как собака, то живи и спи как собака. Если хочешь жить как человек, то научись есть палочками, блин. Я не понял. Что за фигня? Блин, ты это снимаешь, что ли? Скажи, чтобы он не показывал.